Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 апреля проведет встречу на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ с главами МИД Азербайджана и Армении. Как передает канал 13, об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В числе других возможных встреч на полях с МИД СНГ планируется общение министра иностранных дел России с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, сказала она. По словам дипломатов, в повестку дня заседания с МИД СНГ будут включены вопросы, охватывающие основные направления взаимодействия в содружестве. Участники заседания обменяются мнениями по актуальным региональным международным темам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате организации, в том числе в правоохранительной и гуманитарной сферах, добавила она. В целях дальнейшего укрепления позиций стран Содружества на мировой арене министры подведут итоги реализации программы действий по актуализации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ и планов межмидовских многоуровневых консультаций в 2020 году, отметила Захарова.